Эта игра очень непростая. Она на ловкость и на смелость. Вот сейчас возьмитесь за руки. Вот она заря-заренится. Она будет ходить и выбирать пару, которая побежит потом вокруг круга. И кто первый схватит платочек, тот будет ведущим. Заря, зарянится, солнце, сестрица, по небу ходила, лучи обронила, лучи золотые, ленты голубые. Так, вы разрываете руки вот здесь, а здесь держитесь пока. И вот мы говорим такие слова, вот это отпускаем. Да, мы говорим слова «раз, два, не воронь, беги, как огонь». И вот этот мальчик бежит вправо, или куда там, в ту сторону, а эта девочка бежит в другую сторону, и кто быстрее схватит платочек, тот выиграл. А сейчас мы все за них болеем! Побежали, 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 побежали! Осторожно, не столкнитесь! Вот это да-да-да-да-да-да! Опа! Вот это да! Молодец! Как тебя зовут? Виталик, молодец, теперь ты заря-зареница. Заря, зарянится, солнцева сестрица, по небу ходила, ключи обронила, лучи золотые, ленты голубые. Выбирай пару. Выбирай пару. Кто побежит? Вот! Отличная пара. Так, раз, два, не воронь, беги, как огонь. Побежали с тобой, побежали. Давай, 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 вокруг круга. Бежим, не сталкиваемся, бежи, 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 бежи. Опа. Молодец, хватай платочек, пойдем, мы с тобой. Уже заря зареница. Заря, зарянится, солнце воскресло. По небу ходила, ключи обронила, ключи золотые, ленты голубые. Вот сюда, мне нравится эта парочка. Да, пускаем. Да. Нет, 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 подожди, подожди. Мы должны еще сказать, раз, два, не воронь, держи руку. Беги, как огонь, а мы держим платочек, да. И сейчас все говорим, отпустите где-то ручку, я помогу. Раз, два, не воронь, беги, как огонь, побежали. Вот так, вот так, осторожно, осторожно. Беги, 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 вот так, вот так, вот так. Две зари у нас сегодня. Заря, заря, не... Держите за... Солнцева сестрица, по небу лучи обронила, лучи золотые, ленты голубые. Кто у нас еще не бегал? Кто не бегал у нас? Все бегали? Ага, вот у нас две девчонки хорошие побегут. Так, отпускаем ручки. И говорим, раз, два, не воронь, беги, как огонь, и побежали, 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 побежали. Мы держим высоко, 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 высоко. Что? 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 Я пропустила что-то очень смешно. А, не в ту сторону, но... А, давайте еще раз. Еще раз держим. Куда же она побежала? Недалеко не убежи. Давай, еще раз. А, очень удобно, удобно. Практичная девочка. Давайте еще. Раз, два, не воронь, беги, как. И только в одну сторону бегаем, туда, туда, туда. Бежим, 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 бежим. Вот, вот. Давай, 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 давай. Опа! Ох, молодцы, как здорово поиграли. А теперь у нас вот дедушка что-то нам припас такое интересное. Что же это такое? Колечки. И мы включаем оркестр русских народных инструментов.